Напомню, что мы в восточном микрорайоне. Ищем, так сказать, приключения на свою пятую точку. То есть, серьезно, мы катаемся по городу Макеевка, показываем жизнь, обстановку. Как говорится, и вам показываю, и сам смотрю. Всего понемножку. В последнее время это происходит не так часто, но, как видите, свое любимое дело я не бросаю. Опа. Тишина, что-то людей пока не видно. День будний, все на работе, все работают, все заняты. Сейчас мы, наверное, переедем дорогу и поедем в ту сторону, тоже поблукаем меж домами, меж дворами. Опа. Потому что именно в этой стороне за все время я бывал раза два, не больше. Вот так, не спеша, с расстановкой, спешить некуда, день выходной у меня лично. Побольше бы тенечка и вообще идеально. Это, я так понимаю, школа. Улица Курская. Школа номер 64. Интересно, какого года она постройки? Тоже, наверное, годов 50-х. Так. Вот мы выезжаем на так называемую площадку спортивную возле этой 64-й школы. Выехали с вами на улицу Лазо. Тоже бывал я здесь. Ой, да уж, где я только не бывал. Мы таким делом можем даже с вами до пруда Батман доехать. Где-то липа цветет, как же она пахнет. Прям аромат волшебный. Вот на липа. Пчелки ее обрабатывают по полной программе. Как жалко, что вы запаха не слышите. Прям не хочется отсюда уезжать. Пахнет. Я думаю, кто знает, как пахнет липа, тот меня понимает. Надо было шорты одевать. В джинсах жарко. Тут у нас дорога куда-то вниз повела. Тут по дороге же можно сразу и шелковицы подкрепиться. Все для меня. Какая же она большая, какая же она спелая, вкусная, сочная, идеальная. Для каждой ягоды свое время. Никто ее не рвет, не ест, понимаете? Даже внизу полным-полно.
Она уже вся опала, пропала. А так и не скажешь, что там дом. Все заросло лианами. В общем, сейчас так до конца улицы доедем и поедем в совколонию. До улицы Дмитрова, 21-й школы. Ого-го! Злые псы! Тут у нас все постоянно с горочку, все с горочки. До самого конца улицы. Даже не буду притормаживать. Опа! Это, конечно, я... О, психанул. Без тормозов по такой дороге ехать. Опасненько. Да, ну вот мы с вами выехали. Опа, куда мы с вами выехали? Ну, я понимаю, куда мы выехали. Вы, наверное, не очень. Ну, сейчас поймете. Что сейчас нам дорогу переехать на ту сторону? И влево помчали. Тут у нас опять будет с горочки. С ветерком это не помешало бы. Не поедем мы на Батман. Хотел на Батман поехать, но передумал. Ох, вот эта дорога. Всегда я когда по ней еду, говорю, она мне очень нравится. Потому что она без ям. Оп. Вроде без ям, знаете, но она такая, где-то в некоторых местах с буграми. И они так незаметны. Капкан такой. Велосипед начал трясти. Пришлось притормаживать. Потому что на такой скорости загреметь, знаете, мало приятного. Тоже велосипедисты своих коней побросали. Ну, а нам тут надо будет повернуть по давно знакомым местам.
у нас дворовая тема продолжается. Опасно. Что-то опасно. Ой-ой-ой, там кто-то в подъезде, кто-то гавкает, гавкает кто-то. Ну что случилось? Гав-гав-гав. Чего гавкать-то? Благополучно добрались до улицы Монченко. Какие-то бахи, а где-то что-то. Тут балка такая и прохлада. Сразу прохлады потянуло. Это у нас улица Дружбы, если я не ошибаюсь. А нам прямо на подъем. Мало у нас сегодня их было. В основном спусти. Вот такой затяжной подъемчик. Помонченко у нас. Фух. Видали? Какие художества. Чего только не встретишь по дороге. Уступить дорогу было бы кому. Фу, запыхался. Подъем. Не, подъема хватит. Надо немножко пешком пройти. Фу, я отвык. Я отвык от этих каруселей. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, что я могу сказать? Нам сейчас вверх, вверх, вверх. И мы дойдем до Кремлевской улицы. Там уже считаю, что и дома. Вот так вот. Немножко с вами покатались сегодня. Дали небольшие кружки. Побывали и во втором восточном, и просто в восточном, и совколония. Короче, поблукали мы с вами немножко. Немножко. Совсем немножко. Кто видит белку, тот молодец. Малыш. Побежала, побежала. Ты больше на бурундука похож. На белку. Забор, наверное, хотят делать. Повырубали все кусты. Тут, наверное, когда-то был дом. Стоял. Территория же не может быть такой пустырь, да? Потому что на каждом участке. А быть может, огород был. Да, его забросили.
потому что по этой стороне дома идут, по левой, а по правой огороды. Да, скорее всего, огород был. Красивое небо сегодня. Вот солнышко спряталось. Очень хорошо стало. Шелковица меня преследует по дороге. Как осенью боярышник, так летом шелковица. Угу. Витаминов наберусь. Да и покрупнее будет. Спелая, никто ее не ест. А мы только рады встречать такую вкуснятину. Как кусты люди выстрелили. Красиво навели порядок возле своего дома. Молодцы. Какие молодцы. Тут еще момент насчет Ютуба. Что если я не ошибаюсь, то на данный момент я единственный человек остался в городе Матеевка, который вот так вот ведет репортажи по городу. То есть снимает город. Улицы, переулки, улочки, дома. Вот. Я могу ошибаться, может быть, я не попадал ни на кого. Ну, вроде я один остался. Это дорого стоит, я вам скажу. На весь город я вот один такой. Я понимаю, что есть блогеры с Матеевки, которые снимают тоже. Ну, там в основном личное. А вот чтобы вот так вот снимать город, людей, дома, то нет. Хотя могу и ошибаться. Если что, поправьте меня. Напишите. Так что, друзья, вот такие вот дела. Мы практически дома. Я практически дома. Говорю в очередной раз вам огромное спасибо, что были со мной, что смотрите. Как всегда, заходите еще. Всегда рад вашему вниманию. Еду, говорю и задумываюсь о чем-то там, на что-то отвлекаюсь, и получается речь у меня заторможенная. Уже сколько раз я это за собой, сам за собой замечаю, но ничего с этим поделать не могу. О, движня. Как было хорошо и тихо. Так, я повернул, и мы тоже повернули. Чек. Все, на этом всем пока. Еще обязательно увидимся. Я думаю, до отпуска, до Крыма я что-нибудь еще сниму, и вы меня услышите и увидите еще. Всем пока. Еще раз.